Привет! Вы на канале Супер Тима Beyblade and Games. И сегодня мы продолжаем убегать от злого повара. В Little Nightmares. Поехали. А вот ну, мы... Продолжаем. Давай. Так, вот у нас продолжение. Появились мы возле нашей мясорубки. Да. Ну. Так. Ну, опять придется. Ну ничего, мы тут уже все знаем. Мы уже все знаем. Опять придется нам набросать чуть-чуть мяса и сделать сосиску, чтобы запрыгать в туннель. Угу. Мы это уже сделаем быстренько. Да, мы все. Все, первая сосиска есть. Всё. Давай. Снова. Кидай туда сразу два куска мяса, наверное. Сейчас. Давай. Вот. Наша задача сделать еще две сосиски и запрыгнуть в туннель. Главное, так, да. Чтобы сейчас из одного, из двух кусков одна не получилась. Не, я думаю, два будет сразу. Да. Да. Давай. Тут всегда была проблема его. Толкнуть. Скинуть. Давай. Так, я так помню, там в той стороне был проход. О, есть, первый пошел, но вверх теперь залазь. Я помню, в той стороне там что-то было, но там ничего не было полезного. Конечно. Mm-hmm. В той. Давай. А, за крючок и потом. Оп. И раскачивайся. И пошли. Давай. Опа. Сейчас мы сразу два куска мяса забросим. Сделаем быстренько. Сразу две сосиски, да. Вот. Так, ты смотри, как тащит. Кстати, хотел бы поесть, взяла бы и поела. Uh-huh. А, мы залазили туда в дырку, да ты говорила? Да, там. В той стороне там вроде бы ничего не было, да? А, мы это разбили, к статуэтку там. А, как думаешь, сохранилось? Да, я думаю, да. Да? Ну, так, как-то давай. Все равно хочется проверить, сохранилось. Не, ну, сохранилось. Да? Хорошо. Да. А, нажимай. Опа, погнали. А я понял, сейчас. Сразу два куска сосиски. Раз. Два. Второй. Капец, джойстик ты трясется, когда ты это делаешь. Все, раскачивайся. Так, ну это точно сохранилось, да? Ты почти прыгнул. Так, ну давай. Интересно, что дальше будет там в туннеле. Когда отбежать и оп. Опа, есть, раскачивайся. В туннеле, я думаю, будет ничего, а вот потом... Опа, есть. А после туннеля что будет? О, полезли, да. Вот здесь мы и закончили. Да, вот где-то вот тут. Поехали. Давай. Опа. Тут у нас приземление. Оп. Надо было нам в прошлой серии тут заканчивать вообще. Чтобы один в один было. Так, опа. Так, у нас опять мясо. Морозилка какая-то. Да. Очередная. Оп. Так, так, осторожно. Вдруг тут какие-то повара. Главное, что длиннорукость уже не будет. Но повар тут он хоть и... О, смотри, видишь, там можно спрятаться, наверное. Наверное. Это не зря, тут так придумали. О, да. Хорошо все залазит. Так, ну-ка, давай. Протренировался уже, пошли дальше. Угу. Все. Думаю, будет нормально. Так, там у нас уже... Повара хоть и толстый, повар хоть толстый, но... Так, о, значит, тут надо... у нас замок. Да. Есть рычаг. Да, значит, надо тут нажать. Это у нас лифт какой-то будет. А ну-ка, сейчас тут не приедет. Подожди, повар приехал. Эх ты! Давай. Нет, там... О, надо просто дернуть и потом бежать. Да. Мы тебе про то же самое. Так, надеюсь, мы где-то поближе сохранились. У меня опять возле той мясорубки. Да, я тоже думаю, мы же шупали. Да. Чуть-чуть мы не дошли, чтобы сохраниться здесь в прошлый раз. Ну давай. Нажимай. Ну что, интригу потянули? Чтобы ребята обязательно эту серию посмотрели. Ну. Так, давай. Нажимай. Давай. Прыгай. Че не прыгаешь? Да, не прыгал. Все, отпускай беги. Есть. Есть. Давай. Оп, ныряй. Так. Так. Оно идет к нам.
Так, что он хочет смотреть? Что ты делаешь? Да это не нас. Ну, я понимаю, что не нас. Сыр. С плесенью. Сыр с плесенью в карман. Сейчас пойдет, зажрёпает. Так, я так понимаю, теперь нужно где-то как-то быстро убегать. Давай, наверное. Давай, куда ты стал? Давай. Давай, есть. Пока. Пока. Были рады встретиться. Давай, выбегай. Так, подожди, ну возле какой-то кухни. Вот тут есть проход. Вот так вот проход. Ага. Ну тут кнопка, мы ее, наверное. Да, мы ее нажмем. Подожди, он сейчас приедет сюда. Давай, 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 бегу. Давай. Есть. Есть. Все, фу, нас нет. Подожди. Не вылезешь. Вот. Все. Давай, давай. Подожди, у нас дальше некуда идти. Игра в прятки. И что дальше? Ну, ему же надоест, наверное, когда-то. А ну, все, 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 надоело. Все, стой, не дергайся. Нормально. О, я сейчас нам открывать. Да? О, правильно. Тут еще есть рычаг тут. Походу мы еще будем вниз. Ну да, нам надо открыть. Иди, что там? Плохо тебе уже от того сыра. Сыр не важный, даже от запаха тошнит. Ну все, пошли потихоньку. Надо же ключик где-то достать. Стоп, это не то место, помнишь, где он тогда рыбу там рубил? Может быть, но я не помню сюда проход. Давай, вылазь. Я тоже. Мы тогда там не прятались. Давай, 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 давай. Ну какая камера, блин. Под стол. Где, где она? Под стол можно. О, нет, тут мясо. Не-не-не, тут уже мясо там было. Так, ключ на столе. Ух ты. Ага. Ну, где ключ? Вон на столе ключ. Так. Жалко, что еще хлубже нельзя загнать. Можно. Так, а ну-ка под стол к нему забей. Там есть место? Не-не, вон там заложено, видишь? Дальше. Ящиком и кастрюлей. Так, а что же делать? Куда же залезть? Может быть, попробовать взять нож и по сковородкам? Ну, не знаю. Так, а что же делать? Или, может быть, взять ноши. Ну, надо посмотреть, что есть с той стороны, смотри. Ну, не видно. Ну, можно вот там вот за ним. Как-то пробежать надо. Можно за ним. Ну, давай, ну, давай за ним. Если там можно. Давай, 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 давай. Прячься. Опа-па-па-па. Все правильно. Тихо-тихо. Все. А, вон окно, смотри, есть. Видишь? Вижу. Окно и вон дырочка для нас. Входы нам туда. Ну да. То есть мы как-то там его должны открыть. Какая-то шумелка будет. Ага. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Смотри, он нас и не слышит, слушай. Прикольно. Глухой. Кнопка большая. Где? Вон, ага, кнопка, вижу. Смотри. Это, наверное, сейчас сработает вот этот вот. Мясо вырубка. Фу, какая гадость. Ну давай, нажимай и лакай в окошко. Давай, погнал. Давай, 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 давай. Кругом за ключом, давай. Бери ключ. Ключ, ключ, бери. И побежали. Да а куда ты? Давай, беги. Побежала. Давай, 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 давай. Давай, давай. Заходи туда. Он сам закроется. Давай, 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 давай. Есть. Выбегай сразу, ключ открывай. Да, давай, давай, давай. Так, потому что он сейчас приедет. Давай, берись, ключ. Давай, давай, бегом, бегом, бегом. Он сейчас же приедет сюда. Этот. Знаю. Давай. Давай, давай. Открывай. Да зачем нам этот замок? Объясни. Давай, заходи. Фу. Двери, двери, двери. Вот, 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 вот. Сразу. Фу, ну ты молодец, я не видел даже там нычка. Я нычки быстро нахожу. Ух ты. Что у нас тут? Так, тут ничего нету. Двери. Двери, походу, я понял, как открыть. Надо что-то под них подставить. Пока тут ничего нету. Там уже ничего. Никто не приехал. По-моему, он не приехал. Выходи. Не, он я видел, он приезжал. Я видел, он там вылазил. Да? Да. Никого нету, смотри.
Может, он уехал? Закрывай двери. Не закрываются. Нет. Нет. Толкается. Ой, а вот это открывается штука. Вот смотри. Я тоже хотел проверить. Угу. Так, там, я думаю. Ой, а там наверху. Фонарик. Там фонарик. Походу на. А вон, вон проход. А, вон проход вверху вижу. Походу. Надо сделать вот так. Да. Может, там не на пружинке? Нет. Сейчас посмотришь по пальцам, даст. Так, давай, прыгай. Так. Этого не было. Давай. Оп. Есть. Теперь куда? Оп. Нет. Нет. А куда же дальше? Не знаю. Так, ничего нету. А может на вот эти мишки, не? Сказал, что он приехал. Эти мешки можно и так залезть отсюда. Так, а что, зачем же тогда? А туда войти нельзя вовнутрь? Нет. О! Можно. Есть. Так, мы сохранились. Мне кажется, или в этом мире, или это место... Не, мы здесь не были. Там мусор выбрасывают просто. Ну давай, пошли, где-то мы должны вылезть. Так, вон тут есть такие, как лестницы. Можешь поджать что-то, может где-то статуэтка какая-то будет. Смотри, сколько тут всякое интересное. А номика какого-то найдем. О, видишь статуэтку? Я говорю, что должно быть. Есть. Да, ну все, полезно. Зло выходит. Да. Мы даже в банку можем врезаться. Так, о. А вот и выход. Ага, вот мы с другой стороны вылезли. Я раз на следующий выход. Так, тут мы можем вывести? Нет, дырка закрыта. Пена. О, вот дырка открыта. Тут дырка открыта. А дальше есть проход, нет? Да, тут дырка открыта. Дальше-то есть. Тут. Посмотрим, что тут делается. Так, тут что? Нету дырки. Ой, это тесто. А, вот повар, смотри. Не тесто, то пена. Или пена. Пена. Это какой-то другой служит? Да, что-то да. Что-то... О, смотри, тут можно вылезти. Слишком шустрым как-то. Да. Можно вылезти. Так, тут нельзя вылезти. Ого, тут ходов, все, и тут вот смотри, подожди, да. Тут что-то, тут решетка. Чески, пум, решетки расплавились. Ну пошли обратно. Так, и что нам тут надо сделать? Без понятия. Ну, наверное, надо там дальше еще пройти. А ну-ка. Вот, что-то есть. Вот нам надо как-то туда, наверное, пройти мимо этого повара. Ну давай вылазь как-то. Даже нам взять пробежать, он же туда вот не достанет, он добежать до конца. Ну давай посмотрим. Кто-то... А, это он посуду моет. Да. Чуть-чуть моющего средства лишнего. Чуть-чуть. Есть. Есть. Давай, поднись. А? Ты такой нервный, слушай. Тихо. Еще. Сейчас тебя бросит этой щеткой. Пошел с этой стороны. Да, наверное. Да, он ищет, смотри. Прячься под стол, он сейчас придет сюда. Ты так бежишь, как будто... Да нет, там тарелка просто, она... Так, вон смотри, какой-то рубильник. Вижу. Вот надо туда. Вижу, вижу. О, пришел сюда. Ну я, да, ну да, я же тарелка. Так. Сиди, сейчас уйдет. Ой, так, ищи куда вылезти. Мы что, не выпрыгнем? Вверх. Вверх. Давай. Давай. Опять перебежал. Ныряй, поднялся. Есть. Так, нас тут нет. Никогда не было. Он сожмет и выключит. Лезешь? Нету там никого, не думаю. Да, это, кстати, другой повар. Тут рот был такой большой. Да. То есть их тут два. Все, пошли теперь потихоньку обратно как. Это же эта тарелка. Ну обойди снизу тарелку. А вон. Не, можно сверху обойти. Так он там сверху. Да, вон, смотри. Надо по низу пройди вот. Да. Давай, беги. Ты беги.
Спрятались. Так, а куда же дальше? Хорошо, этот мы запустили механизм. И что нам? Вон крюки. А, ну надо теперь как-то... Теперь надо на крюк где-то с той стороны залезть, походу. А может быть с вот этой вот стороны? Вот видишь, как тарелки стоят? Вон. Думаешь, они что? Они же не над тарелками. Вон они вверху едут. Они с той стороны начинаются. Давай, беги в ту сторону. Может, в подземелье даже здесь. Давай, убери. А убери это обязательно. Давай. Вот здесь вот можно тарелки. Ну да. Или дальше давай вылазь, вылазь, вылазь. Проходи. Да. Я, вон шкаф, смотри, вот стоял. Вот, тут выходи. Да, но мне кажется, что мы до шкафа не дотянемся. Мы же пока еще не видим, давай вылазь. А, не дотянемся, смотри, как еще дотянемся. А вот и вот этот проход может туда выйти. Да. И так... поджечь там фонарь. О, да, вопрос. Тим. Ты решил убиться, да? Нет. Нет, все нормально. Давай, давай. Сейчас можно эту четку убрать? Она где-то чуть-чуть. Ну, сейчас прибежит этот. Ого. 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 Давай, прыгай. Допрыгнем, да? Оно не прыгает. Оно не прыгает. Оно не прыгает. Ты так прыгаешь, нет, оно не прыгает. Нет, оно не прыгает. Все равно там прыгает. Нет. Ну а как за крючок ухватиться? Не можешь знаю. Можешь наверх еще залезть? Еще выше, не-не-не, оно уже тут точно не полезет. Ну давай. Ну не знаю, или за крючок прыгать. Сейчас попробую. О, о, не прыгает оно, не хотел так. Там оно точно не прыгалось. И где ну, мы? Ну где мы сейчас начнем? О! Просто эта штука еще не выпущена. Эту штуку надо теперь включить и надо пробежать. Ничего. Давай. Переживем. Ой. А я понял, она просто в одну сторону крутилась, теперь она в другую пошла. Нереально. Такой переляканный, перепуганный. Все, иди, иди, давай. Там давай, никого окей, нету, да. Никого да. Все, тут вообще, это... Ну тогда лучше скал подольше, смотри. Угу. Тут вообще привидения летают. Да. Это давай, ты привидения не убейся в следующий раз. Давай ныряй под землю. Сейчас. Пока. Меня тут никогда не было. Кстати, они тут и не реагируют. Да, да, да. Такие сонные. Давай. Тут давай. Да. А другого нет, там решетка дальше. Да, да. Давай наверх. Поехали. Аккуратненько спускайся. Или сразу за крючок и поехали дальше. Фонарь, ну давай, прыгай. Есть. Фонарик. Давай. Поджигайся. Так, а теперь прыгни за этот самый, за крючок. Вот сейчас он подъедет. Дотянется? Должен, давай. Вот, не, дотянется. Нет! Не, выжили! Выжили, только теперь проходить надо. Открыть надо сначала. А почему оно закрылось? Ну, пришли люди и закрыли, смотрят, тут валяется. Ты чего туда залез? Ну, само. Есть. А, можно было так просто прыгнуть снизу, давай, заходи. Почему все это мусор тут попадает? Давай, 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 наверх. Всё.
хорошо, все. Еще ничего не все. Поползи. Давай. Подали уже там есть, потому я думаю, там сейчас не будет труда уцепиться за эти все. Или чтобы они не прибежали. Братья. Хотя тут довольно высоко лезем. Они же не длиннорукие. Так, значит, на эту платформу, потом на крюк. И за крючок, да. Так, давай. Есть. О. Готов. Вот так вот. Тря-ля-ля-ля-ля-ля. Меня мы тут... едем, едем, едем. Никуда не едем. Вот это прикольно. Эй! Чуваки, ой, смотри, какие неразные. Сейчас побежит куда-то, куда-то мы сейчас будем ехать. Сейчас тарелками кидать не начнут. Привет! Я летающее мясо! Пока! Подожди, сейчас он с той стороны будет. Посмеешься еще. Вот, смотри, видишь, он уже ловит. Привет. Их там трое? Да не, он убежал один. Смотри, он сейчас где-то сюда будет бежать. Ого! Как? Ну ты стоял, думал. Блин. Ну я понял, сейчас оно, как только мы срываемся сразу. Так. А, давай спрыгай. Давай, 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 беги, 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 беги. Давай, 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 по стол. Есть подкат, молодец. Так, сиди. Беги, наоборот. Наоборот? Да, пока он тут чухается. Смотри, он второй пришел. Так, а что дальше? А, надо наверх. Не успею. Ну все. О-о-о. Надо наверх, назад на крюки. Да, и поехали. Давай. Сложное дело. Ну ничего, сразу прыгаешь под стол потом. Давай, 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 давай. Давай. Ты сможешь. О, побежали. Давай, давай, давай. Так, что ты ползешь, давай. Давай. Есть, есть. Давай, прыгай. Есть. Есть. Фу, пока! О, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Кыш! Ну, тарелками не бросали, но бутылками. Так, ой, пошли. Ну, ты специалист. По идее, мы сейчас появимся опять, да? Угу. Ты сейчас узнаем. Прекрасно! Ну, чё? Уже делались. Вот, смотри, он с бочкой бежит. Не смотри, беги. Не смотрю, я бегу. Давай, 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 давай. Ого, вино разбили. Давай, 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 прыгай. Есть, фу. Не махнитесь. Сейчас бутылка тебя зашибет. Нет. Так, ты не можешь меня с собой забрать без вот этого потрясения? Не-не-не, тут протрухивает. Так, теперь давай аккуратненько. Тихо. Есть! Фу, ну да! Наконец-то! Кухня! Фу. Да мы что, кухню прошли? Да, походу. Так, у нас... Следующее место. Опа! Так, тут у нас вроде бы уже более-менее толстенько. Ну, на этом все. Кухню да, мы да. Наконец-то прошли, да. В следующей части будем смотреть, какие дальше приключения ждут. Вот сейчас вот прям интересно, что же тут будет. Еще какой-то свет огромный. Да-да-да, новая локация, новый уровень. Все, ждите следующих наших видео с маленькими кошмарами. И пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь пока. На канал. Пока!